Во-первых, я хочу сказать, что прежде всего начать с того, что сказать спасибо нашему амбассадору Виталии господину Мальяни, потому что таких насыщенных содержанием отношений между Одессой и Генуей, Одессой и Италией не было, наверное, на протяжении последних лет 50, наверное. У нас сегодня мы демонстрируем сегодня пример народной дипломатии между нашими странами и городами. В Одессе был период, когда в Одессе выпускалась газета на итальянском языке, а итальянская речь на улицах слышалась гораздо чаще, чем любая другая речь, о чем не писал известный во всем мире поэт Пушкин. Поэтому я так считаю, что мы сегодня восстанавливаем историческую справедливость. Я являюсь генеральным секретарем итальянского национального общества Данте Алигьери. Это одно из старейших обществ Италии, которое занимается развитием и распространением итальянской культуры и языка, в том числе и за рубежом. Сегодня мы налаживаем связи с Одессой. Встреча с господином Трухановым была посвящена вопросу открытия итальянского культурного центра, где жители города смогут изучать итальянский язык и знакомиться с культурой Италии. Хотелось бы отметить деловые качества господина Труханова. Уже на первой встрече мы обсуждали базовое соглашение, в частности, подбор помещения для проведения обучения итальянскому языку. Мы также обсудили возможность предоставления стипендий одесским студентам для обучения в университете Перуччи.